В образовательных учреждениях Артемовского городского округа отзвенели последние школьные звонки. Теперь учащимся выпускных классов предстоит сдача аттестационных экзаменов. И после выпускных балов многие будут озадачены поиском временной работы на период летних каникул. О том, чем может помочь Артемовский центр занятости безработным гражданам в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, рассказала Ольга Анохина. Начальник отдела содействия трудоустройства Артемовского центра занятости, разъяснив суть программы. По направлению службы занятости безработный гражданин трудоустраивается на рабочее место. В этот момент он снимается с учета по безработице и заключает срочный трудовой договор с работодателем. Так как это временное трудоустройство, то срок трудового договора может быть не более 2 месяцев. Минимальный период не ограничен. Данная программа для выпускников может стать интересной, отметила Ольга Анохина, тем, что в период работы молодой специалист получает 2 выплаты в виде заработной платы от работодателя и материальной поддержки, которую перечисляет Центр занятости. В денежном эквиваленте сумма составит от 977 рублей 50 копеек до 1955 рублей. Размер материальной поддержки может быть не ниже минимальной величины пособия по безработице и не выше 2-кратной минимальной величины пособия по безработице. Но в денежном эквиваленте это составляет 977 рублей 50 копеек и до 1955 рублей. Со слов начальника отдела содействия трудоустройства Артемовского центра занятости, эта программа выгодна и для работодателя. По той причине, что за период работы нанятого молодого кадра у работодателя есть возможность оценить его способности и в дальнейшем пополнить ряды своего предприятия новым специалистом на условиях уже постоянного трудоустройства. Несмотря на то, что временная занятость не решает всех проблем молодежной безработицы, тем не менее, она помогает молодым людям адаптироваться к трудовым отношениям, приобрести профессиональные навыки и опыт корпоративного взаимодействия, а работодателю тем самым решить кадровый вопрос. Как отметила Ольга Анохина, в любом случае молодой специалист, обратившись в службу занятости, получает реальный шанс на трудоустройство. Таким образом, чтобы в летний период в карманах у выпускника не было пусто, Артемовский центр занятости готов помочь в решении вопроса по трудоустройству. Выпускников в возрасте от 18 до 20 лет, которые закончили начальное и среднее профессиональное образование и нигде не нашли работу, просим обратиться в службу занятости по адресу город Артемовский, улица Садовая, 11А или по телефону 254-34. Мы ждем вас.